Всем привет, с вами Котёныш и Котя. Сегодня мы будем снимать челлендж. Вот у нас есть... Мы объясним сейчас правила. У нас есть вот такие вот... Саша! Это жратва! Ой. У нас есть вот такие бумажечки. Там написано, что мы должны есть. Саша очень проголодалась. Она. Я жрать хочу! Так, все, веди себя нормально. И вот... Да ничего не видят они. И вкусняшки. А почему это вкусняшки? Вот это вот перец. Вот это. Это перец. Ладно, давай, Саш. На камень, ножницы, бумага, кто первый ходит? Ненавижу камень, ножницы, бумага. Подождите. Итак, мы продолжаем. Да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Так, ладно, я только отворачиваюсь, когда берешь. Ну, давай уже. Вот я взяла. И это чеснок. Все, ей конец. Вот, короче, чесночок, и я его полез. Я не могу. Ей капец. Я не могу просто так есть. Поэтому я буду резать. Режь. Сейчас тебе плохо станет. Это не я виновата, это челлендж вообще. Это вообще зрители виноваты, они вообще попросили. Хотя они ничего не попросили. Это Саша попросила. И я не виновата, потому что это ты написала чеснок. Сама придумала. Давай жри. Короче, я порезала. Жри весь. Ей сейчас капец будет. А запивать можно, да? А зачем вода? Ты сказал, заедать нельзя. А запивать можно? Убийство. Не-не-не-не-не-не-не-не. Саш, не надо. Я всего лишь режу вот эту вот фигню. Блин, жалко, что у нас здесь вообще ничего не видно. Вот здесь. Вот здесь вот продукты. Вот здесь вот Оля. Вот здесь вот Оля. А вот здесь я. А вот здесь вот это. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. А вот здесь. Вообще не видно. Да пофиг уже. А, ну, кстати, здесь у нас еще кефирчик с молоком есть. Подождите. Она сейчас умрет. Все, она сейчас сожрала. Сосиска, давай мне сосиску. Покажи. Да вот. Сосиска. Ну ты сама бери. Да. Короче, пока она идет. Кефир. Вот кефирчик у нас тут. Сосиска. Она не вареная. Она и так вкусная. Я вообще не люблю молоко с кефиром. Кефир тебе не надо есть. Ходи. Ходи. Сейчас я дожру сосиску. А пока что мне еще одна сосиска. Блин, это тоже хочу. Вот поняла. Стой мне чуть-чуть. Все, я прерываю это видео и прощайте пока. Итак, она мне чуть-чуть оставила. Она меня выпросила, а то она бы выключила запись. Вот. Человек попадется. Опять кефир! Нам одно и то же всех попадается. А я пока что... Значит, стой, плохо перемешали, значит. Ой. Всё. Хоть бы нормально, если чё-то, подожди. Чеснок! Там чеснок, всё, мне пипец. Всё, я же не буду. Всё.
Давай, Саш, честно. На, порежь мне. Так же? Да. Подождите. Так, мы вернулись, мы все порезали. Блин, мне так много кусочков досталось, потому что она резала. Вот, вот такие, блин, кусочки были. Вообще сосиска тебе попалась. Так, я буду. Так, вот. И сыр. Я ненавижу сыр. Блин, мне еще много таких. Я ненавижу сыр. Она ненавидит сыр. Жри, жри. Лучше побыстрее. Ой, пипец вообще. А мне еще хуже. Меня еще от сыра стошнит. С тобой хотя бы нормально снимать видео, а то с Дашей она плюется. Проветрите мне кто-нибудь рот. Мне еще вот столько вот осталось. Пей. Сначала все нормально было. Давай. Ну, Маша, вот это халва. Вот, видишь, халва. Ну, халва. Вот халва. Так, теперь я. Вот. И это... Банан! Банан! Самое вкусное досталось. Самое вкусное это, блядь. Подожди. Сыр. Она такая сейчас. О, господи, хорошо, что мне второй сыр не попался. Сейчас я дожую. А то. Ты любишь сыр? Если он у тебя не вкусный, тогда я не люблю. Это бабушка. Вкусно. Помидор. Пока все нормально. Ага, покажи мне. Апельсин. А, апельсин. А, ну вот апельсин. Что я забыла. Вот сейчас подожди. Итак, я порезала, вот у меня осталось, и вроде бы я два писала, но я уже не помню. Я еще на всякие пожарные порезала. Так, я еще помидорку не доела. Самый вкусняк. Нормик. Мне весь рот сейчас грязный будет. На тарелку можешь. А я пока протру. Три, Оля, три! Ура, я тебе поставила оценку три. За что? Все? Так, ладно, я тащу. Мне все в зубах. Вот это. Перехожу. Нет. Жри. Подожди. Ходи пока. Я пока что буду искать. Что там мне? Я семечки вытащила, потому что я не люблю семечки. Тоже перец. Перец с
сахаром. А что, сначала перец, а потом сахар? Ну, как хочешь. Да, я перец, потом... Вот перец. Ты вместе! Ни хрена ты жесткая. Нормик. Я заплюну в тебя. Ой, я тогда перца наел. Молоко помогает. Я не могу. Ладно, я сам сам заедаю. Заела. Угу. Так, я тащу. Тебе повезло, ничего. Ой, а я бы хотела, чтобы что-то, кроме лимона и чеснока. Это не я, это Саша. Ладно, тащи быстрее, давай. Хоть бы не огурец, хоть бы не огурец. Никак не раскручу. Огурец! Ладно, я. Моя огурчик. Сам большой выбрал. Булка. Эй! Чё? Лимон! Жопа мне! Ой, стой, подожди, это не целый. А мне зачем не надо? Нет. Половинку, потому что там есть еще один. Тащи. Хоть бы чеснок. Нет, не чеснок. А кто? Молоко. А кто? А никак не дожру этот огурец. Молоко от перца помогает. Давай. Жели лимон. Лимончик. Тащи пока. Я все уже. Чеснок. За что мне это? Или стой. Ничего, вон. Подождите. Итак, подождите. Сейчас всем пока. Сейчас выйдет вторая часть. Всем пока. С вами был Котёныш и Котя. Всем пока!